Смотрите, у нас 7 утра. Какие у нас все красное. Небо красное, смотри. А надо же, это утро у нас 7 утра, представляете? И небо красное. Обычно закат. Вот камера не так передает. Обычно закат. А это не закат, на всю квартиру со всех сторон. Окна везде. Везде все красное. Красное небо с утра, представляете? Блин, знаете, очень жалко, что я не живу где-нибудь на поле, там, чтобы видеть, как солнышко встает. Это красное, прекрасное небо. Вон, видно, вот. Тут видно было. Прям красненькое. Красное, да. А на кухне чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Тут даже видно. Стены видно чуть-чуть красненькие. Чуточку совсем. Не знаю, почему так. Почему так красненькое все. Непонятно. Пригласил. У меня тут, смотрите, только чуточку видно. А, там, кстати, видны облака красные. Интересно, кто знает, расскажет, напишите. Смотрите, вот тут красненькое чуть-чуть. И вот тут он продолжается. Чуть-чуть. Представляю, как круто там на улице сейчас. В квартире особо незаметно. Всем привет! С вами канал Артмания. Смотрите, какое местечко райское. Какой здесь лесочек, смотрите. И машина стоит. Ну, сбоку, пока я шла, было смотрелось вообще прям офигенно. Березки прям посажены в ряд. Фактически в ряд. Прям даже с одинаковым расстоянием. И машины вообще-то, смотрите, перед домом так клево. Офигенно. Тут дома сносят. Дома. И здесь все сносит. Здесь еще молоденькие деревья посадили. Красиво, как будто на какой-то окраине. Хотя, кстати, это находится в центре города. Практически в центре, но тут такой небольшой, небольшой такой кормыш, кормышок. Поэтому, наверное, так красиво. Ну, смотрите. Ездила я за пылесосом, за маминым. Она его в ремонт сдавала, потому что у нее не вертелась резиновая штучка. И вот попала сюда. Такое вот прекрасное место. Вот, ей предложили обменять на новый. Потому что запчасть не пришла. Это я покупала в холодильнике РУ. Там прошло сейчас 45 дней. И все. Сейчас очень классно. Все этажи, такое ощущение, как будто где-то нахожусь на красной глинке. Такое прям вообще все настолько похоже. Ну, кроме вот этого, конечно. Вот там я сейчас за куток заходила. Прям вообще очень похоже. Ну, в Самаре кто живет, наверное, знает, где находится красная глинка. Офигенно просто. Я там так расписалась красиво вообще. Офигенная подпись такая. Жалко, что листочек этот не отдали. Надо было сфоткать свою подпись. Вообще даже не обычно задумываешься, как бы расписаться, чтобы было красиво. Это вообще не думала даже. Хоп, раз, и получилось. Такие вот. А, вот, смотрите, вот отсюда. Отсюда тут вообще кажется, как будто лес. Я когда шла, я думала, я в лес попала. Ну, господи, куда я зашла? Куда я вообще меня занесло? Ну, просто вообще офигенно. Осень все-таки прекрасна. Такие листочки, смотрите, как офигенно. Класс вообще. И машина, главное, такая стоит, но она там как-то вписывается, даже белая машина среди леса. И дом стоит вообще шикарно. Ну, необыкновенно, ладно. Необыкновенно смотрится. Не знаю, слышно меня или нет, машины тут гудят.